На открытие новой мечети в Шымкенте приехали тысячи мусульман. Здание стало самым крупным в мегаполисе и может вместить до 12 тысяч человек, и еще до 10 тысяч прилегающая территория. Мечеть оформлена в классическом исламском стиле с элементами национального колорита. Церемонию посетил знаменитый каллиграф шейх Осман Таха. Белоснежная мечеть, раскинувшаяся на 12 гектарах, впечатляет изяществом конструкции и красотой минаретов. Они возвышаются в небо на 63 метра. Над этим уникальным проектом долгие годы работали архитекторы. И сегодня здесь открыли двери для посетителей. Несмотря на дождливую погоду, желающих посмотреть на новый архитектурный объект много. Мечеть назвали в честь известного педагога, ветерана Великой Отечественной войны Сейджана Куртаева. В этой мечети будет работать медресе. Здесь все желающие смогут получить знания. Я специально открыл фонд, который будет помогать тем, кто хочет учиться. Будем обучать бесплатно. Отделка мечети выполнена из белого мрамора. Камень отражает свет и дарит прохладу в жару. Огромная работа была проделана и внутри. Здесь имеются мужской и женский молельные залы, а также бракосочетания и малого омовения. Помимо этого, в комплексе расположены музей истории ислама, женский образовательный центр, медресе, библиотека с читальным залом. Уникальный Куран сюда лично передал известный шейх Осман Таха. Это мой первый визит в Казахстан, на родину моих предков. Здесь живут гостеприимные люди, в сердцах которых есть любовь к религии. Я рад быть среди таких людей. Я желаю Казахстану процветания. Шымкентцы и гости мегаполиса сегодня смогли совершить здесь первый пятничный намаз. Большая мечеть стала данью памяти старшему поколению. Вклад в воспитание молодежи и местом духовного обогащения. Катерина Попкова, Шымкент, 24 KZ.